Ремонт затянули, и электрик уже позабыл, что вообще здесь происходит. Ну, увидел слаботочку, поставил телефон. Конечно, это не телефон, тут интернет должен быть. Ну, бог с ним. Здесь розетка, и здесь вот ковырялся, ломал, не понимал вообще, что происходит. Подключили, и я, честно, думал, что мне клиент вынесет мозг. Но получилось, что вообще супер. То есть, объясню, что это за кнопка. То есть, мы думали свет, свет нет. Думали розетка. Ну, глупо здесь делать две розетки. То есть, обычно так не делают. Ну, розетку на одну комнату достаточно, это нормально. Вот. Но он сделал вот эту, вот этот вот выключатель, и он просто нас спас. Он, клиент так обрадовался, что, в принципе, я ему смог в смету уже записать 10 тысяч рублей. Посмотрите, что это за кнопка, очень удивительная. Видите? То есть это кнопка выключения, включения. Ну, электрошторы. Я не знаю, как это получилось так. Ну, видно, случайно. Провода, наверное, на подсветку шли. То есть там должна была быть светодиодная подсветка. Ну, получилось, как получилось. А что? Ну, иногда бываем от своих косяков даже в большом плюсе. Поэтому имейте в виду.